На завальном кладбище Тобольска продолжается реконструкция. Сейчас подрядчики занимаются пешеходными дорожками. В связи с этим с 4 июля вход на кладбище со стороны улицы Знаменского закрыт. Тротуар, ведущий от улицы Знаменского до храма Семиотроков, демонтирован. На дорожках не просто меняют покрытие, их приводят в соответствие с нормативами современного благоустройства. Для этого придется перенести некоторые части ограждений некоторых могил. Предполагается перенос участков ограждений могил без переноса надгробий и могильных холмов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить нормативную ширину, в том числе для передвижения маломобильных групп населения. Если есть вопросы по переносу участков ограждений могил, то проконсультироваться можно в Центре городских услуг или учреждении «Тобольскстройзаказчик». Реконструкция завального кладбища, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, предусматривает самые разные виды работ. Работы по наружному освещению, видеонаблюдению, сети тепло- и водоснабжения от котельной до храма и воскресной школы. Особое внимание реставрации исторических надгробий, они порядком обветшали. Работа идет и на кладбище, и в реставрационных мастерских. Несмотря на современные технологии, главное не исказить исторический облик. Завальное кладбище у нас является одним из наиболее популярных объектов туристического показа. На обзорных экскурсиях, как правило, именно с нашего некрополя начинается знакомство с городом. Все наши исторические персонажи, они все востребованы и все актуальны. Поэтому мы с нетерпением ожидаем окончания реставрации, когда у нас будет возможность привести сюда уже туристов и показать этот объект в новом виде. Срок окончания реконструкции завального кладбища по контракту 30 сентября 2025 года.